Уважаемый Олег Николаевич, уважаемые коллеги Белгородского государственного университета, мне очень приятно поздравить вас с вашим таким значительным, я бы сказал, юбилеем. 140 лет со дня основания Белгородского университета – это огромный период. Мы, Белорусский государственный университет, в этом году отмечаем вот в октябре свое 95-летие, мы гораздо моложе вас. И мне особенно приятно, что между нашими университетами, между мной и вами, Олег Николаевич, сложились очень добрые и хорошие отношения. Мы много сотрудничаем. Во время нашего приезда нам очень понравилось и великолепные ваши корпуса, организация университетской работы. И, конечно, Белгородская область произвела, я бы сказал так, неизгладимые впечатления. Я знаю, что вклад университета в развитие Белгородской области очень большой. Вклад университета в развитие российского образования и науки. Я хочу поздравить еще раз вас с вашим юбилеем. Сожалею, что сам не могу приехать на юбилей, но прошу передать всем сотрудникам, всем коллегам Белгородского государственного университета наши самые добрые пожелания. Здоровья вам, счастья, процветания вашему университету и чтобы мы вместе дальше много еще чего сделали. С праздником вас! Спасибо!